Да, ребятушки, привет. Всем привет. Как видно, как слышно? Испания на связи, да. Да-да, не удивляйтесь. Привет, Вова Дартмур пишет. Да, привет, Серега, привет, добрый Дан, Андрей Трошин. Привет, ребятки, всем здорово. Здравствуйте. Да-да, не удивляйтесь, добро пошло, а уже сочетание лайком 1 к 5. За что? Ну, что делать, ребята, понимаете? Свою же голову людям не поставишь. Хотя, я не знаю, я, честно говоря, думаю, что ничего в этом плохого нет. Все достаточно неплохо складывается. Буэнос Диас. Да, Буэнос Диас. Лукас, привет, привет, ребята. Здорово, Толян. Ну, не знаю, ребят, свечку не держал, не могу ничего сказать. Угу. Давайте, просыпайтесь, просыпайтесь. Виталий Гущин лайк поставил. Вот это правильно, да. Вова пишет, папа какого числа у Вики умер. Ну, разве это важно? Привет, Серега. Да, Марк, привет, привет, привет. Как там Кэшбри? Супер, все. Отлично. Че думаешь по поводу Сирии? Начали пиндосы бомбить. Ну, я вот смотрю сейчас новости как раз с утра, вот сейчас включил. Ну, хорошего в этом мало, учитывая то, что мы завтра уходим в круиз по Средиземному морю. Вот, поэтому не знаю, что там дальше будет. Но ощущения не очень хорошие, честно говоря. Потому что на самом деле Сирия тоже находится в Средиземном море. Вот, поэтому могут быть изменения в маршруте. Могут быть, например, какие-то форс-мажорные обстоятельства, наверное. Вот, поэтому все что угодно может быть. Никто не знает. Серега, который час в Барселоне? Слушай, ну сейчас сколько получается-то? 9:30. То есть тут на час разница. На час назад. Так, так, привет, Серега. Серега, привет. Помнишь по поводу модератора чата? Дима пишет. Да, помню. Ну, еще давай пару стримов посмотрим, тогда добавим тебя. Я не против. Поможете ли вы Толяну с дверью, Сергей? О, ребят, ну это уже старый вопрос. Кстати, да, Donation Alert работает. Ссылка есть в описании. И суперчат работает. Вот. Так. Сейчас посмотрим. Привет, Серега, как погода? Погода хорошая. Но вчера с утреца такой небольшой дождичек. Ну даже дождем не назовешь, такой моросящий прошел. Сейчас вроде ничего. Погода хорошая. Серега, привет. Priority Pass зашел, завел, молодец, давно тебе говорил, ты открещивался, все, Михаил Журавлев пишет, да, причем удобная штука, работает практически во всех аэропортах мира, но в Москве само собой, даже Дубровники в маленьком аэропорту это работает, это действительно удобно, удобно очень. Так, Марк, кстати, Марк, я же буду 26 в Германии, 26 апреля, так что это уже тоже совсем скоро, обязательно пересечемся. Вот, там Юрис говорит, там заказал машину, микроавтобус. Вот, я думаю, на нем все вместе и погоняем. Поснимаем там все, посмотрим все. А, так, Фибов, Кольни, там все качки, Леврон, Леприст хочу посмотреть. Да, 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 я знаю, 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 конечно. Ну, с Левроном я тоже встречался, кстати, в Барселоне, между прочим. Да, Серег, как Пасха прошла? Да вроде нормально все, отлично. Серега, привет от нашей дружной семьи. Как отдыхаете? Как настроение? Ян пишет. Ну, Вика вот еще там спит, можно сказать. Я вот пью кофе утренний. Решил завести стримчанский. Почему? Потому что завтра мы уедем уже с утра. И неделю нас, ну, как бы не будет. Достаточно будет сложная связь, потому что в море там и не всегда есть возможность там выходить. Тем более стримы вести. Поэтому решил сегодня сделать. Только выходные можешь, Марк. Ну, там же, по-моему, и попадает на выходные. Что-то такое вроде. Серега, почему так мало зрителей на стриме? Максимум до 300 человек доходит. И при этом у тебя 542 тысячи подписчиков. Тоже уведомления не доходят до людей. Или я чего-то не понимаю? Кирюша пишет. Сейчас вообще проблемы с Ютубом на самом деле очень большие. Не только на моем канале и на других каналах. Во-первых, не приходят уведомления. Постоянно списывают просмотры. То есть я уже забил уже давным-давно на то, что YouTube глючит. И глючит конкретно в последнее время.
Вот, поэтому я уже там говорил то, что я, в принципе, это делаю не для того, чтобы там, знаете, там миллион человек здесь там сидел и смотрел, а просто вот мне хочется с вами пообщаться и все. Ну вот, какие-то новости вам рассказать, там, поделиться с вами чем-то. Ну, то есть, собственно, вот из-за этого. Так, Серега, хорошего вам круиза, вы большие молодцы, твой образ жизни мотивирует, пишет Михаил Журавлев. Да, спасибо большое. Серега, переходи на Twitch. Ну, на Твиче тоже мы достаточно много стримили, но не знаю. Вот тоже, кстати, с Твичом иногда запускаешь через рестрим, да, на Твиче идет, на Ютубе не идет, и наоборот. Поэтому там постоянные лаги, постоянные какие-то проблемы. Ну, вот, поэтому я вот так по старинке запускаю вот через Ютуб и все. А, Серега, что-то видео совсем мало стало, жаль. Максим, ну ты че, уже вышло испанское видео. Я, кстати, сейчас скину ссылочку на этот ролик. Ролик вчера вечером вышел. Можете зайти посмотреть. Сейчас я вам скину ссылку. Ролик вышел, да, без проблем. Вот этот ролик, вот ссылочка. Заходите. Буквально вчера вечером вышел. Серега, был ли ты в Кении? Хотим туда зимой слетать. Не, в Кении не был. Не был в Кении. В Кении, да. Из Иерусалима подписан на тебя, так, фанат путешествий. Лайк пошел, Павел пишет. Ну, спасибо большое, спасибо, ребятки. Серега, Кэшбери рулит, супер. Ну, ребят, я же не то, что там выдумываю что-то. Я же говорю, для того, чтобы понять, нужно попробовать. Вот те, кто попробовали, понимают, что бабки в Кэшбери есть. Есть. Вот. Я смотрел. О, Марк уже посмотрел, ясно. Что насчет Телеграма думаешь? А я не знаю, у меня, кстати, работал Телеграм. Вот до вчерашнего вечера Телеграм работал. Серег, тебе 43, 42. 42, 42. Кэшбери работает, да? Все работает. Привет, король лайков. Да, давайте 100 лайков наберем. О, Виталик пишет, смотрел тоже. Ну, классно. А по поводу Сирии, я думаю, что... Уляжется, конечно, уляжется, но по большому счету та же Великобритания, Франция, Америка, они просто расписались в своем бессилии. Вот и все. То есть, понимаете, нанести удар ума много не надо. Вот. Нужен просто хороший военный бюджет. И все. Ну, то, что они сделали, это вот лично вот для меня показывает их абсолютную слабость. Вот и все. Ну, мое мнение. То есть уже, видишь, не могут договориться, не могут сесть за стол переговоров. То есть, ну что, кидать ракетами. Ну, вспомните, Белград бомбили. Я, кстати, был в Белграде и видел вот эти вот разбомбленные дома, которые до сих пор стоят не отреставрированные. И правительство Сербии говорит о том, то, что они специально не будут ничего ремонтировать, чтобы вот людям, молодым, подрастающему поколению показывать, вот как НАТО бомбило Сирию. Сербию. Вот, поэтому ничего в этом хорошего нет. Я думаю, что все-таки у нас в России там народ-то поумнее, вот, ну, я имею в виду там наше руководство, да, и я думаю, что, конечно, пока ответа не будет. Но если, конечно, погибнут россияне, то тогда это будет. Будет кипиш серьезный. Но посмотрим, время покажет. Но ситуация не очень хорошая, если честно. Don't seem to... Так стало мало просмотров, видео набирают. Ну, сколько набирают все наши. Серега, Кэшбери на самом деле рулит, поддерживаю. Утром проснулся, и денежки, которые вчера выбил, уже на счете. Спасибо тебе за наводку. Вот, Михаил написал. Так я, ребят, я же вам об этом и говорю. Я же сам этим пользуюсь, реально. Сам этим пользуюсь и точно так же вот вывожу деньги. Вот, сейчас еще будет еще одна тема. Но вы уже о ней знаете, я уже рассказывал. Это Incruzes. Вот, Incruzes. Уже сколько, два круиза я уже оплатил, вот, в один идем завтра, а один будет у нас из Америки, из Майами. Вот, тоже достаточно интересная тема, вот, для тех, кто любит путешествовать, для тех, кто любит вот эти морские все путешествия, там, круизы. Вообще, я считаю, что тема незаменимая. Вот, поэтому и реально получается дешевле, я вот в ролике говорил, то есть, получается где-то на... процентов 25-30 дешевле, чем вы будете это покупать на официальном сайте круизной компании. То есть, Серега, привет из Каталонии. Дран пишет. О, привет, привет. Привет, Каталония на связи. Да, я в Барселоне, ребята. В Испании. США помогает Израилю. Тут такой страны смотреть хорошо или плохо. Ну, Павел,
Тут смотреть надо с одной стороны, понимаете? Берем статистику. Вот все, куда залезает Америка, везде потом просто, ну, хаос. Посмотрите Ирак и кучу других примеров. Везде просто разруха. И там, где сейчас Сирия, по большому счету, стала как-то с колен вставать, да, там более-менее что-то развиваться, и что мы видим опять? Бомбардировки и какие-то надуманные претензии. Привет, СДНР, привет. С Месси виделся? Нет, не виделся. А как с Старком, не пробовал? Нет, Старком не пробовал. Ну, я так понимаю, что похожие темы. Ну, я как бы вот в Кэшбэре зашел уже и там. О, привет, Серега, от семьи Вакаревых. Андрюха пишет. Андрюха, братан, привет тебе из Испании, из Барселоны. Обнимаю вас, обнимаю, люблю вас крепко. Расцеловал вас всех. Привет. Супруге привет, доченьке своей привет. А РФ не бомбит? Нет. Иран и Хизбалла для нас хуже, чем разруха, пишет Павел. Ну, привет из Ульма. Ульм, привет, Майк Джек, привет. В Ульме был, кстати, очень красивый город в Германии. Очень красивый город. Прям, можно сказать, что и неповторимо красивый. Сергей, почему коллаборации с другими блогерами нет? Да мне это не нужно особо. Я еще раз говорю, я уже вырос из этих штанишек, чтобы там, знаете, с кем-то там коллаборации какие-то делать. Не особо интересно. В Черногории кинотеатры есть? Есть. Есть, конечно. Там есть вот эти большие торговые центры в Подгорице, огромные. Там есть много этих кинозалов, все это есть. И даже, по-моему, в Котере есть кинозал. Да, есть, есть. Сергей, можешь попробовать сделать депозит в Старком и сказать, как? Дима пишет. Да нет, мне это не нужно. Я еще раз говорю, я же не хочу вот вас обманывать, зрителей. Да, если я в Кэшбэре, я вам честно говорю, я в Кэшбэре. Если я в Инкрузес, я говорю, да, я в Инкрузес. Я это сам пробую. А больше двух проектов сейчас не хочу я просто тянуть на самом деле. Серега, я за Старком тоже могу сказать. Это хорошая тема. Единственный минус, что на карту напрямую деньги не вывести. Нужно через Фирси, кошелек или Яндекс.Деньги. А, ну понял. Серега, мне больше всего понравилось в Мюнхене. Мюнхен тоже красивый город, согласен, да. Да, здорово, дядя, здорово, Руслан, здорово, привет из Калининграда. А мне нравится по утрам стримы вести, еще все спят, а ты проснулся и общаешься, сидишь с народом. А, в Старкоме процент больше, понятно. Кстати, в Черногорию визу делать нужно, сколько туда путевка стоит? Слушай, Атлантик, блин, визы точно не нужно для россиян, значит... Сколько стоит путевка, ну, опять же, смотря что ты хочешь, но в среднем где-то, я всегда говорю, это 100 евро в день. Это жилье, питание, ну, там, трансферы, там, куда-то съездить, там, в магазин зайти, там, в кафе зайти. Ну, 100 евро в день на двоих. Вот, считай, 10 дней, ну, 1000 евро надо примерно. Плюс-минус. Вот. Че в Барселоне делаешь? Александр спрашивает. Саш, мы завтра из Барсы выходим в круиз. Завтра у нас выход после обеда. У нас отправляется новый пароход, абсолютно новый. Называется он «Карнивал Горизон». Как его? Подожди, получается, в 3 часа, что ли, выходит он завтра. Но будут видосы, конечно, будут видосы. Это точно. Определенно. А чё, как меня слышно-то? Нормально, нет? Громкость. Более-менее. Сейчас, может, погромче сделаю. Да нет, вроде у меня на полную. На полную у меня. Как меня слышно, как видно, ребята? Напишите в комментах. Да, нормально, говорит, слышно. Серега недавно к родным в Геничекск ездил. Ты по-любому не знаешь, где это. Нет, такого не знаю. Вот бы с Ваномасом в круиз поехал, вот бы топ-контент был. Ребят, так я-то вам 1000 раз об этом говорил. Вы вот посмотрите ролики, внимательно послушайте, что я там говорю. Я говорю, кто хочет со мной поехать, вот ребята не дадут соврать. Я всегда говорю, пишите в личку, скажу, где я брал, сколько стоит, где купить, как это сделать. Я же всегда всех приглашаю. И, кстати, несколько человек со мной будут в круизе, и в этом в том числе. Завтра я вас познакомлю с этими людьми. Многие послушались дядю Сережу и поехали с нами в круиз. Но это будет в роликах чуть попозже. Поэтому я ж ничего не скрываю. Пожалуйста, хотите. Welcome.
все расскажу, все покажу, где купить, где подешевле купить. Мне тут вчера, по-моему, комментарий прилетел, типа там Дон Симон показывает там метро в Испании, там показывает, как на автобусе доехать из аэропорта. Так, конечно, потому что я прекрасно понимаю, что большинство людей хотят что? Правильно, сэкономить. Приезжая, тем более, в еврозону, где евро высокий, да, рубль слабый, я и показываю вам. Я же тоже мог взять такси да поехать, правильно? Нет, я взял автобус для того, чтобы показать, как это вот все делается. Сколько стоит там билет в метро, да, там, где купить там проездной, да, сколько он стоит. Я вам для чего это показываю? Не от того, что я экономлю, а от того, чтобы вы потом просто как наглядное пособие для себя это использовали, и все. Так, Серега, привет, что думаешь про Толяна, новый ролик? Я не смотрел ничего. Серега, когда в последний раз менял ПК? Персональный компьютер ты имеешь в виду? Но у меня два компьютера, вот этот MacBook я его с собой беру, но он работает. Че мне его менять-то? Сломается, новый купим. Ну вот. Здорово, Симончик, мафиози. Здорово, ребята, здорово. Серега, правильно, подробные видосы, твои, это круто, интересно и всегда полезно. Конечно, а так бы что, я прыгнул бы в такси бы, да? И потом вам сказал, там ссылочка на Uber в описании. Мог бы и так сделать. Но я же заморочился, я пошел, нашел самый дешевый трансфер. Я просто знаю, где эти автобусы останавливаются. Они даже не вот, ну, как бы это правильно сказать. Есть автобусы, которые идут из аэропорта в центр Барселоны, но они все равно туристические. Там билет стоит 5,90 на человека, 5,90 центов. 5 евро 90 центов с человека, да? А есть билет за 2 евро. Идет точно так же, по времени тоже так. Останавливается за углом. Ну, вот и все. Серега купался в Барсе уже. Вадим, 3 семерки, здорово. Пока не купался, но, честно говоря, как-то погода, ну, прохладно еще, прохладно. Трамп ебнулся, ебанул по силе. О, 40 рублей прилетели. Валентин, братан, спасибо за донат. Спасибо, первые 40 рублей. Серега, здорово. На новый MacBook тебе. Красавчик, лайки. Спасибо огромное. Ну, кстати, можете отправить донат еще и на Donation Alert. Ссылка в описании есть. Спасибо тебе, приятно очень. Спасибо. Привет, Серега, привет. А если какой-нибудь гоподушип поедет с тобой? Блин, слушайте, ну, я не думаю, что... Я вообще к людям как-то вот стараюсь, знаете, относиться. Такие, какие есть, такие есть. Ну, Серега, привет. Когда встреча с подписчиками, Ольга спрашивает. Ну, обычно в конце года происходит. Дон Симон, недавно видел твои фотки из 90-х. Ты качок, Дима, ну да. Сколько ты зарабатываешь? Мне хватает, ребята. Хотелось бы больше, конечно, но слава богу, дай бог, чтобы так и было все. Ай, блин, да. Так. Да, можете передать привет, ребята, можете отправить там донатик и передать привет там своим родным, близким из Испании, из Барселоны. Плохому человеку имя Сергей не дадут. Точно, Максим правильно написал, да. Так, Дон Симон, когда на стримфест? А где такой стримфест? Я даже такой не знаю, где это находится. Стримфест. Дон Симон, вы пьете алкоголь и как относитесь к курению или не, или когда-нибудь курению, курили ли когда-нибудь? Слушай, ну курил в армии, но это было очень давно, но это не моя тема. Винца могу выпить там красненького, там нормально, крепкие напитки не пью. Вот, Серега, когда на Байкал приедешь, Иркутская область пишет. Ну, вообще не был там, если честно. Хотел бы побывать, конечно, но это, ну, какая-то ситуация должна быть там. Может, какой-то форум будет или еще что-то. Ну, то есть, чтобы заодно как-то ехать, если. Сколько раз в неделю тренируешься? Ну, в поездках, конечно, не всегда такая возможность есть, а в Москве каждый день в спортзал хожу. Курение зло, 100%. Так, ребята, смотри, как тут, ну, там мне лайков понасыпали. Вот вы мои хорошие, вот вы мои молодцы. Вот вам спасибо огромное, а. Ты смотри, что творится, а. Молодцы, ребятушки, спасибо. Спасибо. Так.
беспокоит ли, что будет с курсом доллара, и он может ли тебя, сможет ли он снова подрасти. Я, кстати, смотрел, буквально сейчас еще раз зайду, посмотрю. По-моему, курс-то немножко приупал. Вчера вот я даже уже там рассчитывался, там в кафе мы были, в ресторанчике были. Ну вот, доллар уже упал, и евро уже упало на рубль вчера. Вот я смотрю. 75-75 евро, а курс доллара 61-43. Ну что, упал уже? Да нет, это все. Сейчас нефть сильная, ребята, вы должны понимать. Нефть сильная. Нефть сильная. Копейск на связи. О, привет. Здравствуйте. Почему не говорите о проблеме, связанной с YouTube монетизацией и Telegram? Договорили уже об этом. Я говорю, это YouTube дурака валяет. Это 100%. Уже давным-давно известно всем. Привези в Москву лето. Берите, ребята, лучи добра. Забирайте. Сколько раз в день кушаешь? Ну, обычно, вот, знаете, как бы на отдыхе получается чаще, но я не сторонник, вот, знаете, частого вот этого питания, там, завтрак, обед, ужин. То есть я стараюсь есть по желанию, то есть хочется кушать. Я пошел покушал. Вчера, кстати, в таком месте были, это тоже будет в ролике в следующем. Потрясающая, конечно, кухня. Я вчера креветок съел, я не знаю, штук 30, наверное, огромных просто. Вот ролик, это уже первый ролик из Барселоны. Можете зайти посмотреть. И следующий тоже будет ролик из Барселоны. А потом уже круизы пойдут. Вот. Телеграм закрывают. Что думаешь по этому поводу, гранатовый сок? Ну, плохо, когда что-то закрывают. Это, конечно, плохо, да? Ну, так скажу, что у меня в Телеграме есть несколько чатов. И, в принципе, они такие у меня для работы больше, да? Для работы. Ну, плохо, чё? Плохо. Рад тебя видеть и слушать, мой дорогой друг Серега. Сергей Светлов написал. Спасибо, Серег, спасибо, очень приятно. Я в качалке не был 2 года. Позаниматься и завтра на турнир. Рука болит, как быть, сквозь боль играть. Ну, да, у нас, как правило, в основном всегда и происходит. То, что когда нужно что-то сделать, у нас либо что-то болит, либо мы к этому не готовы. Это правда, да. Болеешь? Да нет, вроде не болею. Но вообще прохладно здесь. Что-то вот второй день. Не скажу прям, чтобы это какая-то жара. Вот мне кажется, даже в Черногории было намного теплее, чем в Испании. Серега, поменяй аватарку ВКонтакте. Не хочу ничего менять. Бомбанули по Сирии сегодня. Да я знаю. Сейчас посмотрим. Я вам новости включил, сейчас смотрю. Новые татухи будешь делать? Ну да, только зимой, наверное, сейчас вряд ли. Ты сушился, как из сушки выйти, знаешь? А то я тут мучаюсь вопросом, как правильно выходить. Типа, как часто и поскольку прибавлять углеводов в рацион? Слушай, ну я сушился, конечно, да. Но я тебе так скажу. Я один раз, когда готовился к соревнованиям по бодибилдингу, да, я как-то так засушился таким образом, что я пропустил 2 дня. То есть потом, когда прошли соревнования, я стал есть, и я чувствую, что я вообще попер просто. У меня там такие банки пошли вообще. Я такой думаю, нифига себе. Вот надо было, ну, то есть, немножко опоздал я с этим. Опоздал, надо было немножко это за день до этого начать уже есть нормально, да? А я после соревнований стал есть. Меня как поперло, блин, вообще просто. Сергей, сколько дней будет круиз? Неделя, ровно неделя. С воскресенья по воскресенье. Серега, ты за сколько татух убил добро и позитив? Просто хочу тоже набить. Ну да, вот она у меня, добро и позитив. Не помню, за сколько уже, давно было. Серега, какие города будете заходить в круизе? Андрей спрашивает. Марсель будет Франция, потом будет Сардиния, Италия, потом Рим, Италия. Неаполь, Италия и еще какие-то города. О, WhatsApp подъехал. Здорово, здорово, привет, привет. Ты принимаешь таблетки от глистов для профилактики? Может ли это влиять на вес? Слушай, я не принимаю такие таблетки, но для того, чтобы понять, есть у тебя глисты или нет, нужно просто сдать анализ. И все. Зачем просто так есть таблетки? Я против таблеток. Я вот прям совсем уже, когда мне совсем хреново, там, ну, заболел, там, воспаление какое-то или еще что-то такое. Но только тогда. А так просто я никогда никакие таблетки не ем. Так.
кого рекламу посоветуешь купить до 5000 рублей? Сложный вопрос, не знаю, не могу тебе ответить на этот вопрос. Серега, будет ли ты делать татуировки на ногах? Пока нет таких мыслей, пока нет, Ян, таких мыслей, нет. Неохота пока мне на ногах делать. Может, со временем, пока не знаю, пока нет таких мыслей. В кино почему редко ходишь? Ну, во-первых, времени особо у меня нет по кино ходить, если честно. Так, Шоу Тайм пишет. Дон Симон, почему вы перестали общаться с Татунашвили? По какой причине? Ой, слушай, ну, я сейчас мало вообще с кем-то общаюсь, потому что на самом деле, опа, еще 40 рублей прилетело от Валентина. Пишет Серега, легендарный голубой костюм. Что на аватарке? Да, точно. Я, кстати, вчера еще хотел его в круиз взять, потом думаю, ладно, мы налегке, в принципе, вещей немного. И я не стал его брать. Но я его вчера вот в руках еще держал, этот костюмчик, да? Спасибо тебе за 40 рублей. Спасибо. Люди, которые бьют тату на лице, не понимаю. Ну, у каждого свой прикол в жизни. Тут как мы можем сказать, что-то хорошо, что-то плохо? Кстати, куда Макс Дробот пропал? Василий пишет. Да я, честно говоря, тоже не знаю. Ну, слушайте, ну все взрослые люди. Ну, у кого-то свои дела там какие-то. Может, он вообще отошел там от этих всех соцсетей. Там. Не знаю, я не слежу за этим. Серега, как ты понял, что полюбил Викторию, пишет Дон. Ну, кстати, вот хороший вопрос. Вы знаете, вот есть такое понятие эмпатия. Эмпатия, да? То есть, когда ты вот с человеком начинаешь общаться, и тебе с ним комфортно. И вот когда я стал с Викой общаться, я просто понял, что это мой человек. Вот мой человек, понимаете? И она мне сейчас уже по прошествии много времени говорит, что Серега, как его называется? Как называется? Она говорит, я уже тогда понимала, что я с тобой буду долго, надолго. Вот, понимаете? То есть вот как это объяснить? Да никак. Внутри-то ощущение есть такое и все. Уже 5 стримов подряд смотрю, Дима пишет. Вот красавчик, молодец, молодец. А с Родионом Гором? Да, с Родионом общаюсь. Ну как общаюсь? Так по WhatsApp иногда переписываемся. Но я буду уже в Нью-Йорке, я с ним встречусь обязательно. Здорово, Симон. Здорово, здорово, здорово. Так, еще зачетный ресторан в Барсе Тинотека. Тинотека. Мы вчера были в каком-то ресторане, где вот так вот, как на ленте, едут тарелочки разные там с креветками, там с мясом, там, не знаю, были, нет, в Барселоне, рядом с портом, вот. Потрясающий ресторанчик, мне очень понравилось. Мы просидели там часа 3, наверное. Там прикол в том, то, что ты берешь, ну, платишь один раз 12 евро за человека, и ты можешь сидеть там хоть целый день. Эмпатия, страсть, да. Во-во-во-во. Осознанное сопряжение текущей. Да-да-да-да-да. Да, Руслан, правильно. Написал, без потечения. Да, правильно, Серега. Серега, наших много в Барселоне. Много, Вадим. Ты знаешь, да, русскую речь. Вчера подписчица в магазине подошла в Испании здесь, представляете? Зашли там с Викой воды купить, там что-то это. Подходит подписчица, говорит, о, говорит, здравствуйте, Дон Симон, здравствуйте, здрасте. Серега, сколько языков знаешь и когда выучил? Дим, ты знаешь, я, можно сказать, что ни один язык, наверное, в совершенстве не знаю. Я чуть-чуть сербский знаю, чуть английский знаю. Ну, как бы так вот. Виктория заставила надеть кольцо. Да нет, это я просто взял так, как-то вроде одел. Никто никого ничем не заставляет делать. Смотри, лайки поперли. Опа, и донат прилетел первый, ребята, прилетел донат. 100 рублей от Лейца. И пишет, вернулся в спортзал после перерыва. И это что-то с чем-то. Каждая клеточка тела и каждый атом ноет и болит. Как не знаю что. Спасибо тебе за 100 рублей, Лейц. Ну, я тебе скажу, что я люблю эту боль, когда ты приходишь со спортзала и у тебя все болит. Я это люблю, реально. Ольга Колоскова пишет, знакомый с Жириновским. Ну, встречался пару раз, да, было дело, было. Александр Федоров пишет, Серега, привет, молодчина, очень рад за тебя. Раньше
основываясь на мнении толпы, болел в бой за Мишу Немайкин. На самом деле очень душевный и человечный. С нетерпением жду роликов от тебя. Удачи, Александр пишет. Спасибо большое. Спасибо, очень приятно. Такие вот комментарии, они всегда очень приятные. Приятно их читать. Так, Серега, я еще с того стрима, когда 144 тысячи задонатили. Да, кстати, этот, как его, Лудожоп. Давайте Лудожопа позовем. Без него как-то не очень, да? Да, Серега не планировал встретиться с Джонни Деппом в перспективе. Вы, кстати, с чем-то с ним похожи. Ну, вполне возможно, может быть и это... Может и встретимся. Может и встретимся. Но он больше в Лондоне бывает. Я как-то что-то никак-то до Лондона все не доберусь, блин. А что думаешь по поводу Дружко? Я особо не думаю о нем. Серега, маленький вопрос. Мы с супругой хотим съездить в Черногорию во второй половине сентября. Можно ли купаться в это время? Ян, да. Самое отличное время. Уже мало школьников. Все студенты уже на учебе. Для меня это самое классное время. А я никогда даже дизлайки не ставил. Илья пишет. Вот красавчик, молодец, а. Да, встреча с Сашей Грей. Да, ты знаете, вот... Ну вот с Джонни Деппом я согласен. Я бы, может быть, и встретился с Джонни Деппом. Потому что очень много подходит. Там говорят, что вы похожи на него. Это действительно так. А, так. Как относишься к тому, что с Ютуба ушел Толяна? Не знаю, никак не отношусь. Серега, ты многим микрозаймы давал. Ну, у меня же в Кэшбэре это в кабинете видно, это постоянно, каждый день происходит. У Дружко сейчас отписки идут. Что посоветуешь ему, как подняться от Маклауда? Не знаю. Ничего не могу посоветовать ему. Серега, а почему в Грецию не ездишь? Это же суперстрана по многим факторам. Я был много раз в Греции, я Грецию очень сильно люблю. Санторини, Миконос. Афины, блин, где мы еще были-то? Да мы много где были, очень много были, где на Крите мы были. Я не знаю, где мы еще были-то? Да много где были. Я Грецию очень люблю, мусаку люблю, греческий салат люблю. А какое вино у них, вот это белое. Вот белое вино, его даже белым не назовешь. Оно, знаете, цвета солнца. Вот цвета солнца такого, знаете, прям. Я Грецию очень люблю. Так, респект тебе, мы были на Кипре, да, ты был на Кипре, был тоже, Макс пишет, был. Да-да, похоже на Джонни Деппа, Петр, да, Толян живет с девушкой на бабушкинской хате. Серега вчера купил в Дикси Паксе 12 банок пива Факс, отлично, знаю. У меня, кстати, пиво Факс еще с 90-ми ассоциируется, я не знаю, сейчас есть, нет, тут раньше были литровые бутылки такие большие. И у меня друган, царство ему небесное, вот это пиво прям брал, вот сразу литр, литр выпивал. Представляете, сразу прям, за один приход. Ой, да, было время, было, да. Так, ну что, донаты давайте посмотрим, да, донат. Донат 100 рублей от Лейца я зачитал, да. В Сирию, когда поедешь, Дмитрий пишет. Ну, в Сирию, к сожалению, уже сейчас, наверное, вряд ли можно будет поехать. Помнишь ли ты Феромиру? Конечно. С Феромиром? Да нет, он же ушел вроде с Ютуба-то. Его сейчас не видать, не слыхать. Лешу Солдата. Что-то вроде не знаю такого. Не знаю. Какое пиво любимое? Фибра пишет. Ты знаешь, честно говоря, пиво не очень люблю. Можно сказать, что вообще не люблю пиво. Не мой напиток. Озон так может пиво выпить, да. Серега, ты свое BMW продал? В Москве, да. Запомнился друг тем, что литр залпом выпивал. Ну да, вот прям, знаете, вот когда говорят там про кого-то, да, там, ну, первая ассоциация, помнится какой-то поступок с этим человеком, либо там, ну, какая-то ситуация, история какая-то. Вот у меня с Сашей, его Саша звали, да, вот, помнится вот эта вот ситуация. Да, ты залпом опивал в споре с Редисоном. Да, было дело. В Австралию только не в Сидней, а Камберу нам покажи. Лука пишет. Ну, да, Австралия тоже тема хорошая. Помнишь, ты устраивал конкурс на
Звание девушки Толяна может для него еще сделать такое. Да нет, такое уже не повторить на самом деле. Да. Такое уже не повторить, это точно. Так. Да, ролик уже из Барселоны вышел, ребятки. Ролик-то вышел уже. Можете посмотреть, зайти. Вот ссылочка на ролик. Помню, Балтику девятку первую в детстве попробовал. Думал, что лимонад. Ну. Что делаешь в Барсе? Завтра в круиз выходим, ребята. По поводу хейтеров. Есть два типа людей, которые что-то делают, и те, которые ничего не делают, но очень много комментируют. Вот они относятся к второй группе, а ты к первой. Всего наилучшего. Рубль падает, евро и доллар растут, а Сергею все по барабану. Чтоб все так жили. Облако рай. Да, это правда, да. Ну, кэшбэри, ребятки, кэшбэри реально помогает. Ну, вот вчера там деньги вывел, да, в пятницу. То есть постоянно, постоянно, вот, ну, как бы, да, прилетает какая-то копеечка. Тем более вот в поездках, я же вот не придумываю, я всегда говорю, что это реально выручает. Очень здорово выручает. Сергей, про UFC современный, что думаешь? А что там думать-то? Ну, что, нормальная тема. Молодцы, люди нашли свою тему и двигают ее. Здорово. Почему нет? Так, ну что мы, ребята, до 100 лайков-то добежим сегодня, нет, как вы думаете? Нам надо до 100 лайков, ребятки, набрать сегодня. Сергей, если на кэшбэре 1000 кинуть, сколько я подниму с этого? 1000 рублей ты имеешь в виду? Ну, 1000 рублей это как бы несерьезно. Вот я так всегда говорю, если положить 200 тысяч рублей, 200, да? 200 тысяч рублей – это 2000 рублей в день у тебя. 2000 рублей в день. Извини меня, это как бы деньги, да? То есть ты отбиваешься за 3 месяца. Потом в плюс уходишь. Вклад на 400 дней. То есть все достаточно. Хочу в кэшбэре 500к валить. Если угорю, поможешь бабки вернуть. Ну, я думаю, что кэшбэре поживет. И поживет еще достаточно долго. Поэтому 500 тысяч – это ты 5000 рублей будешь в день выводить. Ну, получать 5000 рублей. 5000 рублей – это 35 тысяч рублей в неделю. 35 тысяч в неделю. Вот и считай. То есть ты где-то за 3-3,5 месяца отбиваешь свои бабки. И все. Здорово, Серега. Как дела? Как настроение? Даниэль пишет. Да все нормально. Все вроде хорошо. Все хорошо. Рассказывай, какие уже покупки сделал в Барселоне. Ну, мы что-то вчера по ресторанчикам прошлись, вот, тут с подписчиками тут встретился тоже, с ними тут посидели, пообщались. Что мы купили? А, в Неспрессо зашли, там кофе я купил новый, вот эти новые кофе вышли, там классные. Потом, что мы купили? Что-то еще купили, там Вика что-то себе купила. Ну, привет, Свена, Серега, Руслан пишет. Сергей, назови своего интереса, на твой взгляд, блогера с Европы или двух. Слушай, ну я, ребят, вот немцев смотрю, я честно говорю, я вот Романа Алябьева смотрю и смотрю вот Юриса, вот, с Германии, Марка смотрю, ну, да, вот этих ребят я смотрю, я, кстати, к ним поеду скоро, в Дубае, да в Дубае был я-то еще раз, Сергей Толяна по интернету зарабатывает за 1500 в месяц, сейчас он в отпуске, а ты сам когда в отпуск? Завтра, ребята, в отпуск. Привет, братишка, как делишки? Да все нормально. Вика в отпуске, Вика в отпуске, да. Шарманова не смотрю. А я даже не знаю, кто это. Шарманов. Когда коллаборация с Михалной? Я так и не понял. То есть у него там, получается, у Михалыча-то что, канал так все-таки и закрыли на территории России. Правильно я понял? Удачного стрима. Да, спасибо. Шилов гребет больше, чем Хайванский. Что думаешь? Да я особо не думаю, ребят. Я никогда не заглядываю кому-то в кошелек. Я всегда думаю о том, чтобы мне заработать. Правильно? Вот. И каждый человек должен так именно делать. А что я буду думать, что кто-то зарабатывает? Ну, слава богу. Вот и все. Серег, ты роликсы свои продал или по-прежнему хранишь? Одни продал, одни храню. То есть, ну, я однозначно пришел к тому, что Rolex. Rolex. Самые лучшие часы – это Rolex. Это правда, да. Это точно.
Вы в Барсе? Барсе сейчас, в Барселоне, да. Типа он говорил же 1500 в месяц. А что 1500? Я не знаю, честно говоря. Ага. Бэшку-то продал, Серега, ёшкин кот. Ну, в Москве продал, в Черногории пока нет. Серега, чтобы машину за границей в прокат брать, нужно оформлять международные права. У меня с этим проблем не было. Обычные права и все. Ну, пластиковые права обычные. Кэшбэри – это скам, мистер Спок пишет. Ну, скам не скам, пока бабки выводим, ребята. И многие даже в этом чате писали, то, что у них это все получается. Известный блогер Алексей Липатов, что думаешь? Не знаю, ребят, тоже не смотрю. Вы меня особо не спрашивайте, где именно на Сардинии будешь. Так, слушай, где я буду именно на Сардинии? Блин, надо посмотреть. Ну, где там все вот круизные лайнеры останавливаются, вот там и будем. А что брать планируешь и будет ли обзор? Будет обзор, но сейчас мы занимаемся ремонтом. Квартиру уже купили новую, поэтому сейчас все деньги идут туда. Вот. Так, как заработать, если у тебя нет ног и рук? Василий Пушкарь пишет. Блин, ну мне жалко таких людей. Очень жалко, да. Между сардин, точно. С Макгрегором хотел бы в бой. Нет, спасибо. С Рональду встреча. Илья пишет, Баранов. Ну, тогда ждем обзора квартиры. Удачи с ремонтом. Ёшкин кот, уже ролик на канале, я же там уже показывал. Как можно доверять средствам без гарантии? Ну, не знаю, видишь, получается, люди доверяют. Через Кэшбэри сам, Кэшбэри блогерам предлагает деньги за рекламу, но не просто их скинуть, а вводить через Кэшбэри, типа заработок, зашквал. Apple Shin пишет. Не знаю, у меня несколько доходов с Кэшбэри, это и пассивный доход и менеджерские статусы, поэтому у каждого свой путь. Самвел Адамян очень популярный блогер для женщин. Знаешь о нем? Елена пишет. Я не только его знаю, я с ним и встречался, и общался, и мы с ним, в принципе, как мне кажется, неплохо даже так и себе дружим, да, по Ютубу. А, если нет и рук, и ног, то можно кем-то работать, я так думаю. Apple Tem, понятно, Apple Tem. Ясно. Apple Tem это что такое? Это яблоко же, да, переводится? Apple. Apple Tem. Понятно. Будешь ли худеть к лету? Да я бы не сказал, что я там сильно жирный. Да я нормально, у меня в нормальном весе. 89-90 килограмм меня полностью вес устраивает. Поэтому нет, худеть особо не буду. А Самбельчик, да, мне нравится. Такой достаточно интересный такой человек. Очень веселый, позитивный. Тема канала Apple. Отсюда и название канала. Понял, ясно. У меня знакомый имеет бизнес. Вот, кстати, Apple, ответь мне на вопрос, какой мне лучше iPhone взять? Вот из нового. Что лучше посоветуешь? Вот, ну, на твой, так сказать, вкус. Что лучше взять? Кто победит, кебаб или Конор? Не знаю, ребята. Это все шоу. Ты же английский знаешь, не раз как-то так, да. Бери Samsung. Samsung. Ну так у тебя же нет сечения мышц, тебе бы 5-10 килограмм скинуть, Саня пишет. Да мне нет смысла это, я что, куда, на Олимпиаду, что ли, собрался? Да. Будет видеообзор тату. Да есть уже на канале много таких роликов. 10-й iPhone некрасивый получился. Вот, кстати, тоже я согласен с этим. Как-то не особо мне он нравится. Так, Серега, как считаешь, нужна ли сейчас срочная армия? Ну, я не против армии. В принципе, я думаю, что в этом что-то есть. Так, Apple пишет, лучше подождать осени. Там должен выйти то ли 9-й, то ли 11-й, но по цене восьмерки. Сейчас смысла переплачивать за десятку нет. Понял. То есть все-таки до осени подождать. Видишь, человек пишет, но он же шарит в этом. Серега, ты знаком с блогерской деятельностью Анзора, канал Анзор ТВ, он путешествует по миру. Если да, то помнишь, то можешь сказать про его медийную активность.
Руслан пишет: да, я знаю, кто это такой. Он достаточно, ну, уже зрелый блогер. И респект ему за то, что он встретился с Серегой Гессом в Швеции. Вот, поэтому ему привет передаем, Анзору. Я даже, по-моему, где-то с ним пересекался. Ну, то есть он точно про меня знает. Вот. Война начнется где-то, где шкериться будешь, в Черногории. Мир большой, ребят, много где можно. Сергей, как ты, Шилов в Лондоне на 222-м катается и в бизнес-классах, ты в ТВ снимается, а ты на автобусах, метро, столовых, в Барсе, пишет Игорь Степанов. Ну, каждому свое, ребят, видишь, вот кто-то на 222-м катается, видишь, а мы вот в столовых, в Барсе, да. Но если есть лаве, можно и не ждать до осени. Ну да. Валентин, кстати, уже он нам скинул денежку на новый MacBook, представляете? Так что, Валентин, большой молодец, спасибо тебе большое. А мне, кстати, 222 никогда не нравился, вот если так уж говорить, Игорь. И мне не очень Мерсы нравится, вот мне как-то вот Бэха больше нравится, вот если уж так сравнивать, конечно. Да. Так, старый фрик с баблом донаты попрошайничает. Ну, халява ТВ. Ну, что ж теперь делать? Кондрашов высокомерный тип или нормальный чел в жизни? Как он тебе? Ну, без комментариев. Я не хочу там обсуждать людей. Не хочу обсуждать коллег по цеху. Как думаешь, война начнется? Думаю, нет. Вот я читал статью недавно. При войне нужно гаситься на островах Фиджи. Валентин пишет. Кстати, на Фиджи не был. Недавно Сирию отбомбили. Ну да, в этом тоже об этом говорили в начале стрима уже. Привет, Анис. Аня пишет: привет. Видел новую BMW M5. Да, вообще классная машина. Видел, конечно. Серега, скажи, авиакомпания хороший Emirates. Где билеты заказываешь? Emirates мне нравится. Emirates летал много раз. Нравится компания, хорошая. Покупаю на сайте компании. Кондраж живодер, что уж там. Ну, я, кстати, да, помню, помните, вот эта фотография была, где они там что-то оленя, что ли, какого-то, или какого-то кабана, что ли, там на охоте взяли. Мне не очень это понравилось. В Инстаграме, что ли, что-то такое. Не очень понравилось. Почему после золотого дождя набегают радуги? Не знаю. Все договорились, и Трамп, и Путин не хотят войны. Так, как думаешь, Камикадзе Д скоро дурку запихнут? Что он дикий какой-то? А я, честно говоря, не понимаю его просто философии жизненной, да, то есть и чего он добивается. Я, честно говоря, вот таких людей понять не могу. Вот. Я вообще считаю, что жизнь достаточно короткая штука, да, и как-то надо себя радовать в этой жизни, да. Радовать себя, своих близких, свое окружение, чтобы хорошо все было. А вот, знаете, искать вот это вот все, какой-то вот негатив какой-то, смысла нет. Серега, квартиру сколько метров купили? Ну, около 100 метров. Хорош косить трехлинейку и вперед. Скажи еще раз имя или просто три на счастье. Что такое три на счастье? Так. Да, ребята, можете зайти. Ролик-то уже на канале есть. Первый ролик из Барселоны уже вышел. Вот ссылочка. Можете зайти посмотреть. Серег, с большим интересом смотрел твое видео про Гавайи. Это моя мечта туда слетать. Подскажи, сколько денег надо, чтобы туда попасть хотя бы на недельку? Облако пишет. Слушай, ну мы по рекламе там были, да, по рекламе. Но я посчитал, вот тот маршрут, который мы прошли, это вот 4 острова, да, с перелетами все вместе, это бы стоило 1,5 миллиона рублей. На тот момент. Сейчас я даже не знаю, сколько это может стоить. Ну, вы видели, там много было внутренних перелетов. Отели достаточно хорошие были. Машины на прокат были на каждом острове. То есть это вот обошлось примерно 1,5 миллиона. Если жить на одном острове, наверное, дешевле будет. Добро и позитив, кэшбэри, сладкая булочка, спасет мир. Да, все правильно. А после Барселоны куда? Завтра мы отправляемся в круиз из Барселоны. Да. Завтра. Это произойдет завтра. Так, сейчас, ребятки, сейчас.
Так. Удары по Сирии, везде, по всем каналам. Удары по Сирии, да. Так. Еще донатик прилетел, ребятки. Прислал 50 рублей человек с ником X и пишет: передай привет великому императору Титовикусу. Спасибо тебе за донат 50 рублей, добрый человек. Передаем привет великому императору Титовикусу. Титовикусу. Где заработать 1,5 миллиона? Согласен. На кэшбэре можно. 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 Серега, давай круиз по маршруту Титаника. Ну, кстати, есть такие круизы. Есть, я же смотрел. Какой город тебе показался самым дорогим? Блин, тоже хороший вопрос. Самым дорогим городом? Ну, наверное, Сеул. Недешевый город, я так скажу, в Южной Корее. Как мне показалось, что достаточно дорого там. Где водка? Утро, ребята, какая водка? Кофе, кофе бодрящий. Ой. Серега, что думаете по поводу Финляндии? Ходили бы там? А, кстати, вот Стокгольм дорогой город еще. Вот вообще, мне кажется, что Скандинавия не дешевая тоже. Что думаете по поводу Финляндии? Хотели бы там побывать? Я был в Финляндии, да. Москва, Бельгия. Но вот вы напишите, какой, как вы считаете, самый дорогой город. Серега, в Индии-то помогли тебе врачи, аюрведы? Сколько все лечение вышло в этот раз? Да, классно. Ну, мы и в этом году поедем, надеюсь, в Индию. То есть мы хотим ездить туда каждый год. В Бельгии, кстати, да. В Брюсселе тоже недешево, я вам скажу. Да, да, это правда. Как дела продвигаются? Нормально все. Михаил тебе сейчас троллит по поводу Брайтона. А что там по поводу Брайтона? Ты любишь кофе? Да. Может, Дубай. Дубай тоже, кстати, недешевый. Вот в последнее время что-то он вообще сумасшедший дорогой получается. Пхукет пишут, Москва, Осло. Ну, как тебе канал «Хочу пожрать»? Ребята развиваются, подписчики у них растут. Да большие молодцы, чушь, это здорово, это классно. Молодцы, ребята. Да, донат можно отправить через Donation Alerts или Суперчат. Вот здесь Суперчат есть, там нажимаете, можно отправить. Сингапур, да. А сколько тебе лет? Да хрена. Дубай самый дорогой, я думаю. В Праге дорого, ну. Да, в принципе, да. О, уже 102 лайка. Ребят, смотрите, как быстро дела у нас идут. Молодцы. Давайте 200 сделаем. 40. Нет, не 40. Готовишь новый проект. Ну, сейчас круизы пойдут. Сейчас Европа пойдет, круизы. Потом будет Швейцария, я уже говорил. Германия будет. Лихтенштейн будет. Привет, Серега. Привет, 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 ребята. Привет. Япония. Я в Японии пока не был. В Японии не был. Дания самая дорогая. Ну, сам живу в Нидерландах. Понятно. Красава, такой умный, тебя любят. Елена пишет. Да, спасибо большое. Германия круто. Кстати, Германия понравилась мне, вот честно. Понравилась, да. О, Симонов, да. Путешествие the best. Серега, куда потратить деньги с пользой? Ну, кэшбэри, ребята, кэшбэри, конечно. Будет ли маски-шоу? Маски-шоу, да, мне это нравится. Чемпионат мира будешь смотреть на стадионе. Василий, вообще у меня есть в планах пойти на матч. Есть. Ну, посмотрим, если буду в Москве. Чемпионат мира. Да, в Европе самые дорогие Норвегия и Швейцария. Ну, вот как раз в Швейцарию поедем, посмотрим, что там да как будет. Очень хочется побывать в Пекине. Да, Пекин тоже надо слетать будет. С Тимати общался до славы. Ну, с Тимати пересекался я еще тогда, когда они с Толмацким вместе были. Помните? С этим, с Децелом. Ну как, я его вообще тогда не воспринимал. Ну что, ну какой-то там таких певцов этих, знаешь, рэперов было дофига. И Легалайз был, Дельфин в те времена были. Поэтому особо я... Не думал, что у него будет какой-то успех. Скажи, пожалуйста, сколько тебе лет?
Ты сейчас в Барселоне, на матч Барса-Валенсия пойдешь. Ну, мы завтра уже уезжаем, уже в круиз, поэтому особо тут у нас времени-то много нет. Вот. На Хайнане был, не был. На Хайнане не был я. Хайнане. А, Серега, я бы посмотрел с тобой роуд-трип по Америке. Было бы интересно. Облако рай. Так у меня, знаешь, сколько видосов из Америки? Ты зайди, у меня на канале есть плейлист «Моя Америка». Посмотри, мы всю Америку, западное побережье, проехали 1006, наверное, километров на машине. Посмотри, там интересные видосы есть. Симонов через донаты деньги отмывает. No name пишет. Да, кстати, донатик можно, ребята, отправить. Опа, прилетел еще донат. 50 рублей прислал Сергей и пишет: Сергей, привет, тезка. В своем послании Путин говорил, что в случае удара по нашим союзникам ответный удар будет молниеносный. Почему Путин опять промолчал? Опять об России ноги вытирают. Слушай, ну тут понимаете, в чем дело? Кстати, спасибо тебе за донат, за 50 рублей. Я скажу так, что, понимаете, сейчас не в наших интересах развязывать вот эту войну. Они ж от нас этого и ждут. Понимаете? Я думаю, что если сейчас Россия, конечно, ответит, будет хреново. Потому что слабо не получится. А если много, то мало не покажется. Поэтому я против насилия, против вот этих вот всех военных действий. Я считаю, что должны работать дипломаты. Дипломаты должны работать. Когда хайп очередной. Серега, в Великобритании как вообще? Если были, конечно. Не, в Великобритании не было. Да. Блин, час уже сидим с вами, стримим, представляете? Как быстро время летит. Лавров хороший дипломат, да, но, к сожалению, видите, сейчас в мире очень много агрессии вот этой вот непонятной. У всех руки чешутся, только ракеты позапускать. В Красноярске был, да. Сергей, когда встреча с подписчиками, какие цели канала? Валентин пишет. Ну, встреча в конце года обычно проходит. Цели канала путешествия. Америка, кстати, будет тоже вот скоро. В июне будет Америка. Серега, привет, привет. Ты хотел бы, чтобы Шилов с Макгрегором? Ну, нет. Там ничего интересного мы не увидим. С ним ролик о чистоплотности. Ты очень умный. Ну, я бы не сказал, что я умный. Надо Толяна сделать дипломатом. Да. Ты хоть пообедать не забудь. Серег, ты в курсе, что там со Шварценеггером томится? Я вижу, что он сердце опирает. Я знаю, я об этом писал, у меня пост есть по поводу его здоровья. Но сейчас вроде все нормально. В игры нет, не играю, ребята. Ни в какие игры я не играю, не играю, не играю. Удары по Сирии, да, по всем каналам показывают. Это точно, определенно, конечно. Так. Почему лайков больше? Ну, так и должно быть так, смотрите. Так, в Барселоне вкусная еда. Да, есть пару-тройка мест моих любимых здесь, в Барселоне, куда вот ходим кушать. А где в Москве можно познакомиться с нормальными мужчинами? Яна пишет. Вон у нас тут в чате сколько нормальных мужчин. Когда в последний раз был пьян? Блин, да я не помню. Так, чтобы прям совсем забытие, такого я уже вообще давно не помню. Привет из Лондона. Серега, что думаешь про удар коалиции по Сирии? Точнее, что Россия обещала сбить, но так и не сбила. Ну, я так понимаю, что практически все ракеты были, ну, как бы обезврежены в воздухе, насколько я понял. Ну, сейчас посмотрим. Я, кстати, вот сейчас погромче сделаю телек чуть-чуть. Так. Да. Так. С каким актером хотел бы повстречаться? Аль Пачино бы, да. С Аль Пачино можно было бы. По всем новостям показывают.
Симон Акула российского бизнеса. Здорово, Серега. Здорово, Илюха. Здорово. Камикадзе день я не смотрю. Трамп сделал вид, что ударил по Сирии. Путин сделал вид, что не заметил. Это просто виртуальный... Серега, как лучше признаться девушке в любви? Быстро признаться и не тянуть это. Потому что чем больше будешь тянуть, тем больше будешь, ну, как переживать будешь больше. И получится более как-то сжато. Вот, поэтому лучше сразу. Лучше сразу. Очень тихо звук, еле слышно. Наталья, ну вроде бы у меня все нормально, слышно, видно. Почему Россия впрягивается за Сирию? О, слушайте, ну тут такая политика, тут без стакана не разберешься. У всех свои политические, экономические и другие интересы. У Америки свои, у России свои, это тоже надо понимать. Кофеек и сладкую булочку хавают, правильно? О, Дима Электрик, здорово, Серега. А ты лучше едь в Черногорию, а то тут война, мало ли, ты ж не дурачок, иди воевать. Иди воевать. Я уже отвоевался, ребята. Моя война уже закончена давным-давно. Какой тебе фильм с Аль Пачино нравится? «Схватка», например, первая. Классный фильм «Схватка». Помните? С Де Ниро и с Аль Пачино. Слушай, ты просто красава, в отличие от других стримеров, никого не банишь. Вот это честный и откровенный стример. О, Дон написал. Я давно никого не баню уже, ребята. Признаваться в любви надо до секса или во время секса. Не знаю. Да, схватка огонь, С Аль Пачино, конечно, «Крестный отец». Да до хрена фильмов, вы чё? Аль Пачино это вообще легенда. Нормальный звук. Настройте громкость, я просто орать не хочу, потому что Виктория Викторовна еще там лежит, отдыхает. Так, я посмотрим. Донатики, ребята, отсылайте дяде Сереже донатики. И можно через суперчат отправлять, кстати. Банят еще как. Кого я баню? Я не баню. Серега, еле читает, или вы ему про политику еще вопросы задаете, да. Ты очень крутой, Ольга Колоскова пишет. Ну, ругает Вика, да. Виктория его строит. Я подкаблучник, ребята, это правда. Да, если бы я не был бы подкаблучником, вряд ли бы мы вместе прожили 25 лет вместе. Это правда. Это, кстати, правда. Я вообще считаю, что мужик, который уже решил создавать семью, и если он будет там везде, кулаком по столу бить, обычно такие семьи долго не держатся. Это я по опыту скажу. Поэтому, да, я подкаблучник. Это правда. Серьезный человек, а сам был больше юморист. Серега честный человек, читает чат всегда. Другие читают нас за бабки. У тебя, Серега, даже телевизор слышно. Во, Петр пишет. А я прям потише делал, чтобы не орать тут. Ты по расчету живешь. Да, наверное, потому что, я все-таки люблю, чтобы дома меня ждали, чтобы меня любили, чтобы мне стирали, гладили, кушать готовили. Наверное, это расчет, а как? Либо можно коротко назвать, любовь. Наверное, живу по любви. Когда курил сигару в последний раз, пишет злой эльф. Не помню уже, если честно. Серега классный актер. Стараюсь. Так. Путин мог бы и запустить Толяну в Сирию без ракет. Это классный комментарий. Классный. Как погода в Барсе? Не скажу, что прям яркое солнце, слава богу, дождя нет. Нормальная погода. Так, Серег, привет. Каждый день просто хай. Да, Толяна запустить вместо ракеты – это круто.
Они ведь дофига ракет-то запустили, я смотрю, штук 50, что ли, да? Смотрите, жертв среди мирного населения сирийских военных от удара США нет. То куда они эти ракеты запустили? Зачем? Непонятно. Серега, пойдешь на кастинг «Битву экстрасенсов», а то у них с актерами в последнее время туго. Это все шоу. Ну, я не пойду. Я считаю, что это, знаешь, это надо какое-то, ну, не знаю, это надо что-то в этом разбираться. Не пойду. 100 ракет вроде запустили, да, 100 запустили, 70 сбили. Ну и что это такое? Смысл какой-то, да, запускать такие ракеты, которые сбивают? Я не вижу. Потратить бабки, бюджет военный. Смысл. Веришь в жизнь после смерти? Ну, думаю, что-то есть, но не то чтобы жизнь, наверное, а просто другое измерение какое-то. Трамп побоялся задеть Россию. Ну, все это вранье. Там одни муляжи были у Трампа, иначе давно пиздец бы был в Сирии. Ну, реально, это просто шоу. Ну, ребят, посмотрим, что там за шоу будет. Пока мы в начале пути, мне кажется. Сергей, объясни, пожалуйста, как получается, что подписчиков больше 500 тысяч, в чате сейчас пару сотен. Как это может быть? Да я не знаю, как это может быть. Ну, видишь, вот может быть же, да? Сбили старыми советскими С-200, да? В чате 134 человека. Ну, классно. Отлично. И каждого, ребята, я обнимаю крепко и жму в вашу руку. Скажи двух людей, которых ты ненавидишь, и двух, которых любишь больше всего, кроме родных. Да слушай, у меня нет ненависти к людям абсолютно. Я вообще всех прощаю. И друзей, и врагов, и у меня нет вообще проблем никаких. То ли вот с возрастом это приходит, то ли как, не знаю. лайк, Сережа. О, 122 у меня лайка. Смотрите-ка, ничего себе, сколько лайков у нас сегодня. Сергей, что думаешь про Мэда? Да, тоже ничего особо не думаю. Мне кажется, время Мэда уже ушло. Уже ушло. Но в истории, конечно, в истории Ютуба. Это правда, да. Какие планы по каналу? Съемки. Каждый день снимаем. Тебя Кирилл Тургуяков вызывает на бой. Кто это, ребята? Господи, кто это? Расширение сознания со временем, типа, ну да. Это накрутка подписчиков. Да, Зинис, Свинис. Да ты столько не накрутишь, если даже захочешь. Дон Симон, поклон из Жуковского. Сейчас еду выступать в Москву. Дмитрий Коротков пишет. Димка, привет. Удачи тебе, хорошего выступления. Так, Мэтт сейчас сидит и пердит на Твиче. Ну, хорошо. Сколько девушек у тебя было за всю жизнь, пока твоя дама не слышит? Ответь, Алекс пишет. У меня, кстати, немного было. У меня была там первая любовь, вот, ну, в школе, да? Но это был просто, ну, детский сад такой. Ну, пару-тройку еще каких-то девчонок было. Ну, это все такое, знаете, несерьезное. Это несерьезно все было. Так, Дон Симон у руля. Будут ли видео с круиза? Да. Кунг Фури пишет, да, будут, будут, ребята, будут видосы, обязательно. С круиза будут. Ну вот уже один ролик вышел у нас из Испании, из Барселоны. Вот этот ролик можете зайти посмотреть. Толян в весеннем лесу, да, помню. Толян в весеннем лесу, да, столько приколов было. Да, по всем каналам про Сирию про это мотают, да. Привет, дядя Сереж, передай привет городу Бугульме. Одна лучше хорошая девушка, чем тысяча плохих. Конечно, конечно. Сергей, Толян работу нашел. Не знаю, ребята, Серега, Барса или Ялта? Барса. Серега, а что так рано? Ну, во-первых, мы сейчас пойдем гулять в Барсу. Ты купил для машины наклейку «Ше» сигнальный, и сигнальный жилет. Ну, сигнальный жилет у меня всегда был, наклейку «Ше» у меня нету. А что такое «Ше»? Дон Симон, ты поедешь на Роза Хутор? Пока не собираюсь. На Азорских островах бывал? Бывал. Тоже красиво, необычное. Ну, Азорские острова – это Мадейра, насколько я помню. На Мадейре мы были. Это Португалия. В Израиле были много раз. Люблю, кстати, Израиль.
какая культура, какая культура какой страны тебя впечатлила? Ну, вот Израиль, да, наверное, Израиль. Самое красивое место, где ты был и посоветуешь людям. Кстати, вот Мадейра мне понравилась в Португалии. Мадейра и Гавайи. Гавайи очень красиво. Сергей, Левис или Гесс? У меня джинсы Гесс. Мне, кстати, нравятся джинсы Гесс. Хорошие. Неплохие даже очень. Это значит шипы, Серега. Понятно. Привет из Москвы, Владимир передает. Привет. Маврикий, конечно, конечно. Конечно, Маврикий тоже очень красивое место. Так, ну что, пойти Вику, что ли, разбудить? Как вы думаете, разбудить ее или не надо? Кто хочет, чтобы Вику пошли будить? Плюсик поставьте в комментариях. Дима Лерк, чё там Толик лишился хоть девственности? Четвёртый десяток всё-таки. Да, Дим, не знаю, честно говоря. Да. Привет, усатый, как жизнь? Буди, буди. Не надо, не надо. Преподнеси ей завтрак в постель. Так вот, я сам уже есть хочу, чтобы она приготовила и пошла. Пусть спит. Ни в коем случае. Классный комментарий. Ой. Если скучаешь, буди. Как думаешь, почему в Украине одни педики? Не знаю, ребята, почему там одни педики. Я когда был на Украине, что-то такого не заметил. Если не секрет, а сколько дом брал в Черногории? О, слушай, ну это ты спросил. Это был, я брал когда дом в Черногории. Знаете, какой курс евро был? 34. Один к 4, 1,34 был. 1 евро стоил 34 рубля, представляете? Как вот сейчас сказать, за сколько я брал? Ты сейчас в России. Человек должен сам проснуться. Ну да, буди, говорит Эдин. Как с погодой? Да вроде ничего, погода нормальная. Вика с завода, с ночной смены, пусть спит, да. Так, Серега, у тебя есть вид на жительство в Европе? Нету, мне он не нужен. Буди, то все проспит, говорит. А в Находке дождь. Серега, сколько раз в году ты прилетаешь в Черногорию? Александр спрашивает. Слушай, ну, наверное, раз в месяц. Вот так, наверное, раз в месяц. Ну, раз 12 за год. Ну, 15, может, не знаю. Примерно так. Буди, буди. Сейчас пойду будить ее. Так, да и кофе хочется еще, честно говоря, заварить крепкого кофейку хочется. Серега, а не знаешь, Ваномас девственник? Не знаю, ребят. Усатый таракан, ты почему читаешь вопросы, но не отвечаешь? Блин, отвечаю вроде. Как устроиться официантом? Ну, сейчас, мне кажется, с этим проблем нет. В Москве солнце, а на субботник ходил в детский сад. Понятно. Согласен про кофе. Ты с молоком пьешь, да. Кстати, какое-то мне такое-то это, испанское молоко принесли. Сейчас покажу вам какое. Такое первый раз вижу. Вот такое вот молоко. О, видали? Такое вот молоко. Сейчас пойду кофе налью.
Конфеточку хочешь достать, да? Так, ну что, ребятки, я снова с вами. Да, Виктория Викторовна как раз проснулась. Сейчас будет нам делать вкусный завтрак. Да, вкусный я давно завтрак. Уже. Да. Поздоровкайся. Поздоровкайся. Ку-ку. Всем привет. Я давно проснулась. Да. Я писала, сидела. Вика же у нас писатель. Видите? Фантаст. Да. Как относишься к Познеру? Никак, я к нему не отношусь. Пусть готовит. Да, сейчас Вика будет нам... Так, ребятки, донатик можно прислать нам на сладкую булочку, да? За 6 лямов какой дом можно купить в Черногории? Да, хороший можно купить, да. Привет, привет, Вика. Ого, Вика, как красиво выглядит утро. Да, вот так вот, ребятки. Виктория, с добрым утром, Алексей тебе передает привет. Как погода в Барселоне? Борис, ну, солнца яркого нет, но по большому счету хорошая погода. Дождя, главное, нету. Как набрать массу, Сергей? 5 кг за месяц. Быстрый обмен веществ у меня. Ну, это к диетологу тебе надо обратиться, слушай. Ну, у всех же по-разному, все по-разному. Лучше поешь сладкий коржик, он получше будет. Ну, Беркут, спасибо тебе, конечно. Спасибо. Три ракеты выпустили американцы по Сирии, прикинь. Блин, а мы же тоже по Средиземному морю поедем. В круиз там. Да вот я почему и переживаю за это. Серег, я сегодня иду на Фараона. Слышал его творчество, как тебе? Ну, сходи, расскажешь потом. Я особо не слежу. А что, кофе уже попил? Чай Виктория Викторовна будет нам. Кофеёк делать. Так, хочу купить фармакологию, но в аптеках не продают. Как достать фарм? Не знаю. Из 103 71 перехватили ракеты, представляешь? Ну, никто не погиб. Но я думаю, они продолжат дальше все равно швырять свои ракеты, конечно. Так что, точно. Они в космосе и все полетели теперь в океан? Да нет, их в воздухе сбили, я так понял. Серёг, когда в Сирию? Шинель тебя ждет. Как только, так сразу. Плохо я отношусь к тому, что Америка бомбит Сирию. Плохо, конечно. Серег, что скажешь по поводу прошлого теракта в Барсе? Мы, кстати, были вчера на этом месте. Я там тоже снимал, это в ролик у меня попало. Это в следующем ролике будет. Серега, в Португалии был. Я, кстати, буду в Лиссабоне. Когда мы будем в Лиссабоне, Вику? В июне мы будем в Лиссабоне. Посмотрим, что дальше будет. Ракеты решили списать. Вот и пускают. Один хрен уже устаревший. Ну. Серега, давай экскурсию по Сирии. Так, если Симонов поедет в Сирию, то видео соберет 1 000 000 просмотров. Ну, туда просто так сейчас ты и не поедешь, там же все перекрыто. Сергей, не боитесь путешествовать, такая странная обстановка в мире. Ксения, ну, вы знаете, я так скажу, что... всегда какие-то проблемы. Вот про Барселону вот уже говорили, про теракт, который был в прошлом году. Ну, что толку? Ну, вот тоже люди-то ничего не предвещало особо. Пошли гуляли по Ля Рамбле, да, и человек какой-то отмороженный на машине проехал по людям. Ну, то есть тут обстановка, она всегда, всю жизнь такая обстановка. Поэтому ничего тут особенного я не вижу в этом. Просто сегодня Сирия, завтра еще другая страна. До этого Ирак был. Посмотрите, что с Ираком сделали, да? С Ливией что сделали. Ну что, сейчас вот Сирия. Ну и все. Так. Волков боятся в лес не гулять. Конечно, правильно, все правильно. А жизнь-то идет, года-то тикают, время бежит. Что данный удар не ответ на мнимую химическую атаку, а реакция на успех.
Сергей, почему американцы вообще суются в Сирию? Ксения пишет. Ну почему? Потому что американцы считают, что они господствуют в мире, да? А сейчас уже совсем другая ситуация. Россия уже не та. Россия достаточно мощное государство сейчас стало в последние годы. Вот и все. Они хотят показать свой приоритет в этом. Вот поэтому они суются в Сирию. Вот, они, кем они себя возомнили, янки хреново, ну, типа того. Да пусть Россия ответит. Ну, посмотрим. Там есть умы, которые на эту тему там все ходы просчитывают. Там же не так все просто, вы думаете, что? У америкосов ракета ни о чем. Ну, Серега, как относишься к курению пива? Плохо к курению, плохо к пиву. Вот честное слово, вот мы вот в Барселоне сколько уже? Два дня, да? Я пиво здесь не пил. Вот мы хотели там одно пиво купить, но мы его так и не нашли. Как оно называется там? Estrella Damon Edit. Так они нашли нифига. Ладно, был рад понаблюдать за вашими размышлениями. Всего доброго. Да, спасибо. Я думаю, будет продолжение. Надеюсь, наш царь Вова не струсит и не отдаст приказ на удар по этим вшивым янке. Как не струсил и отдал приказ Димон по силам Саакашвили. Ну, посмотрим, ребят. Время покажет. Сейчас сложно что-то прогнозировать. Пока, я думаю, наши выжидают. У вас, говорит, задний вид похож на московский. Ну да. Мы, ребята, вообще реально в музее живем. Здесь это уникальное место. Мы в центре Барселоны. Просто, по сути дела, в антикваре. Просто кругом антиквар. Я, поверьте мне, я просто не могу показывать. Это квартира наших друзей. Вот, я не могу просто. Здесь Рембрандт висит, там этот Мане, представляете? Я боюсь просто. Маню висит. Да. Да. Что лучше, Россия или США? Россия, конечно. Хорошо, когда друзья в разных странах, это точно. Так. Дону Симону надо закрыть американский дуб. Что будешь делать? Доллары ты американские получаешь. Слушай, мне вообще все равно, что я получаю. Я считаю, что мы-то здесь простые люди, ни в чем не виноваты. Да, ты куда пошла? Ой, у нас тут твой, какая вкусняшка. Давай я поставлю. Я поставлю. Макаронцы лежу. Вчера, кстати, купили макаронцы, зашли. Вот кто знает. Вот такая вот штучка. Знаете, купили вчера в центре Барса. Свежак прям. Доброе утро. Доброе утро. Бассейн не хотите? А что, здесь едете, да? А? Рядом где-то бассейн здесь? Да, минут 15, 8 евро. Понял. Джакузи, сауна. Понятно. Мы в Москве наплавали. Симонов, это же еврейская фамилия. Нет, еврейская фамилия, по-моему, Симантов, да? Симантов. Саймон. Или Саймон, как я не помню. Саймон. Это американцы. Макаронцы. Да, очень вкусно, ребята. Бомба просто. Слушай, а дай мне там хлебушек вот с сырком вот тот. Не-не. А черешню? Черешню купили вчера, вообще бомбическую. Черешню. Вчера были на этом. На. Как он называется-то, рынок-то? Репатор. Да. Нет, там у меня вот кусочек сыра лежит и хлебушка вот эту, да? Сейчас бутер съем. Да. Вот клубника еще есть плохая. Не, клубника не хочу. Клубника какая-то вообще огромная, смотрите. Аргентинская. Аргентинская? Да. Там хлеб, вот хлеб не видит. И кусочек сыра, да. Просто бомба. Угу. Донат прилетел. 100 рублей. Нет, 50 рублей прислал президент Америки Дональд Трамп. Не думал свою книгу написать. Может,
средства собрать на бумстартере на выпуск. Спасибо тебе за 50 рублей. Книгу я думал написать, но у меня, наверное, будет не книга, а мемуары будут. Я думаю, мемуары буду писать скоро. Я вот, кстати, тоже, вот я не знаю, ребят, кто с этим сталкивался, может, кто-то уже написал книгу там, да? Скажите, как это делается? Там же надо кого-то нанимать, как это называется правильно, чтобы это все дело как-то напечатали. Трамп по-русски умеет писать. Ну, он сейчас Трамп написал. У нас тут и Владимир Путин в чате бывает, ребята. Так что тут, знаете, кого только, блин, не увидишь. Сейчас, может, подтянется Владимир Путин, да. Сергей, напиши книгу про Толяна. Ксения пишет, ну, кушать клубнику и ловить донаты. Что может быть лучше? Национальный предатель, да, так и есть, ребят. И кто мне скажет, что моя работа не приносит мне удовольствия? Приносит. Как дела, Серый? Very nice, very good. Так, ладно. Да, спасибо большое за донатики. Спасибо, спасибо. А я денежки люблю. Смотрю, про Сирию показывают. Ой, оно там приклеилось. Блин, нифига себе. Подожди. Давай, аккуратно. Я макаронцы больше не буду. Очень вкусные макаронцы. Серега, ты похудел, да. Ну, я и не старался там набрать. Мы вчера были в таком ресторане. Я не знаю, я вчера съел, наверное, штук 30. Ой, как вкусно. Я буду. Вчера были в ресторанчике в одном. Я съел, наверное, штук 30 креветок королевских. Представляете, думал, мне плохо будет. Ну, думаю, пусть мне будет плохо. Где мы живем? А мы живем в Барселоне сейчас. Рядом Паргуэль, да, или как называется? Угу. Паргуэль рядом. С сырком. Как ты так молодо выглядишь, Денис спрашивает. Виктория Викторовна, мне опыты ставят разные. Да. Соколовский потихо тоже становится маразматиком, как камикадзе. Не знаю, я особо не слежу, кто там что становится. Смотрите, какой сыр прям. Вкусно. Дима Литвы. Вкусно. Спасибо, с нами на связи был первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме, член комитета Государственной Думы по безопасности, противодействию коррупции Адальбей Чагошев. Сегодня по проходит ассамблея Совета по внешней обороне политики, на ней главная тема. Привет, Сергей Симонов. Я Петро Порошенко. Вот, видишь? У нас тут все Дональд Трамп и Петр Порошенко. Сейчас Путин подъедет. Сыр крутой, ага. Приятного аппетита, спасибо большое. Пишу с анонимного аккаунта. Передай привет украинцам. Украинцы, братья наши, вам привет. Если тянется, значит вкусно. Да, это правда. Ну, здесь в Европе вообще к качеству продуктов относятся очень внимательно. Это правда. Тебе не обидно за Савельева, что то у него было все, что он все просрал. Да нет, мне не... Я, знаете, как сказать? Каждый человек строит свою жизнь сам. Правильно? Как мне может быть обидно там за кого-то, что кто-то там что-то сделал или не сделал? Роман Степанов и ты. Давай видео. Да. И, кстати, с Ромкой Степановым мы встретимся, наверное, в Майами. Да? В Майами встретимся. Какие братья? Думаю, что несешь. Братья, конечно, а вы что? Братья и сестры наши, которые живут в Украине. Это наши братушки, между прочим. У Виктории Викторовны сестра живет на Украине. И как я к этому должен относиться? Родные люди наши живут там. А политика это все не наше. Может, на стриме у Сереги Путин с Трампом свои вопросы решат. Конечно, конечно. Как говорит Хомяков, у каждого свой билет в рай. Да? Ну,
Серег, ты пьешь какие-то таблетки или витамины? Конечно, пью. Я же уже показывал в предыдущем ролике, посмотрите. Витаминчики у меня швейцарские. Очень вкусные. Вот посмотри, зайди. Здесь вот ролик. Вот в этом ролике там есть ссылочка в описании на витаминчики. Так. Донаты зачитал. Серега, привет из Ивано-Франковска. Когда с женой планируете к нам? Удачи, респект за ваше видео. Тарас пишет. Спасибо тебе огромное. Надо бы съездить, надо бы, ребята. Вика вот хочет в Ивано-Франковск летать, потому что там же мама с папой похоронены. Поэтому надо, да, Вик? Когда только, пока не знаю. Надо. Зачем есть на камеру? И ты в России, а не в Испании. Светлана. Где живет сестра Виктория? Она живет как раз в Ивано-Франковске. Да. За очень вкусно, да. Спасибо. Угу. Во. А что, ты макаронцы не будешь? Одну. Сейчас съем все. Привет из Москвы. Привет. А вот еще конфеты. Не, я такой не хочу. Одну макаронку надо. Завтра мы на пароход садимся, да. Серег, поменьше рекламы в своих видео, пожалуйста. Ну, брату, ну как делать? Ну, реклама есть реклама. Без рекламы никуда. Папа, привет. Привет, родной. Сынок подъехал. Свежак прям, да? Вот это. О, батончик какой. Что плохого в рекламе? Деньги платят, что им показывают? Конечно. Во, вкусно. Это с клубникой и с малиной была такая вкусная, блин, вообще. Привет. Какой у меня смоква вместе с... Вкусно? Киноа. Ягоды Годжи должно быть, а киноа написано. Квенуа. Зай, принеси мне зарядку от телефона, а то мне сейчас кончится вот ту, которую ты мне забрала от этого, от айпада. Как относишься к растворимому кофе? Ну, я растворимый не пью, но я знаю, там пару сортов есть, по-моему, японский какой-то сорт. Офигенный какой-то. Да. Война это плохо, ребята. Не дай бог, не дай бог. Это очень плохо. С Гессом, да можно встретиться, только это если я буду в Швеции. Тогда встретимся. Включи там, а не этот проводочек, да? Сейчас зарядку включу. Серега, приедешь к фанатам на большевиков в Питер. У метро потусим. Дон Симон. В Питере не знаю, если я буду где-то, наверное, в конце мая в Питере. И тут пока точно не знаю, ребят, пока ничего не могу сказать. Только что, говорит, минуту назад рецепт блюда с киноа смотрел. Вика, кстати, любит. Третья мировая война продлится 30 минут, это точно, блин. Ты уже был в Швеции? Был. Был. Бывал и там. Ролик уже вышел первый с Испании. Можете зайти посмотреть. Концентрированный. А, прям крепкий кофе такой. А ты его в турке или в этом варил? А я его в воду просто варил. Обалдеть. Очень крепкий. Там-тарам-пам-парам-пам-пам. Серега, если война, пойдешь защищать родину или уедешь? Дима пишет, электрик. Думаю, пойду, если нужно будет, то пойду, наверное.
где варил кофе, на кухне. Дима электрик, он в Штаты свалит. Ну, в Штаты вряд ли. Мне Штаты вообще как-то, ну, не моя тема, если честно. Штаты, я уже говорил, как, знаете, большой такой, такой Диснейленд большой. Ну ты чё? Что там делать? Что там делать? Там неинтересно. Вот в Италии интересно. Италия перфекто. Это точно так же, как Европа. Вот смотришь, все какие-то черно-коричневые, невеселые. А в Италии прям все так ярко-красиво одеваются. Красиво, вещи да. модные. А тут прям вообще смотришь, как, я не знаю, как бомжа какой-то. На Кипре был, да, был. Все по-простому, как и в Америке. Все, футболка, штаны. Удобно и все, и недорого. Mm-hmm. Для кого тогда эти все магазины брендовые? Не понимаю. А вы смотрите реакцию итальянцев на русские вещи? Что ты имеешь в виду? Поподробнее напиши. О, вы что, один Юдашкин там все фору дал всем. Один, о, не говоря уже, Юдашкин наш вообще супер. Где контент, Серега? Вот ролик вышел вчера, зайди посмотри. Вот ссылочка на крайний видос. Можно зайти посмотреть. А на Кипре понравилось, Федор пишет. Ну, честно, не очень. Как-то мы давно вот... были там. Мы давно были, но Кипр, как, не знаю, как мне показалось, дороговато, неоправданно, да, на Кипре? Что-то... Ну, мы ходили по туристическим местам. Ну, да. Мы сколько там были, 3 дня? Ага. Счастье ведь не в брендах. Ну, и да, и нет, понимаете, у каждого человека свое там кино. Вот я поняла одно, что все равно все идет от головы. Можно одеться скромно, можно жить в скромной квартире, но если будет опрятно, чисто и комфортно, и гармонично, ну, для человека, который вот живет в этом месте, сам себе создает этот уголок, и уже жизнь будет гармоничной и прекрасной, а все от головы идет. Ну что, нельзя одеть, можно, вот я смотрю по своим пациентам, вот, идут же за целый день много там ребят, да, и я вот смотрю, молодежь приходит, тут рубашка и джинсы, пришел итальяшка, тоже рубашка и джинсы. Но как? Но как это одето? По цвету подобрано. Никаких кроссовок нету, туфельки, да, не на спортивной подошве, но это туфли. Рубашка, да, но она имеет двойной манжет и цветные пуговицы. Ну, все то же самое, но вообще это... И как брюки одетые, они вот это смятые, не валяются, как у американцев там где-то под пятками. Так, пришел донатик, ребят, еще 50 рублей от пользователя Березовский. Я жив, скрываюсь. 50 рублей прислал. Напиши текст, найми корректора и верстальщика. Книга готова. Дальше только финансирование. Тебе, как блогеру, несложно будет выйти на издателя. Ну да, да. Спасибо тебе за 50 рублей. Идея хорошая. Нет, ну что-то можно будет потом, мне кажется, написать. Почему нет? Серега, ты знаком с Алекс Зе Рантье? Ты имеешь в виду тот, который из Кэшбери, что ли, да? Алекс Василенко пишет, да? Ты про него имеешь в виду? Не, Серег, никаких скромных квартир. Да. Всего было примерно 103 крылатые ракеты. Сирийские ПВО с советским производством переходит 71 ракета. Были задействованы С-125, С-200, БУК. Ну, а, да, гоу-интервью с Месси. Какой город в Италии понравился? Много городов, ребята. Ну, Венеция, это понятно. Да, блин, да практически все, наверное, города красивые в Италии. Да, там даже отдельно это выделить. Серег, спроси, пожалуйста, Виктория, существует ли экологически невредные пломбы для зубов? Да мне кажется, они все, наверное, невредные, раз зубы ставят. Хотите, скажу такую вещь. Вредная та пломба, которая неправильно поставленная, или она, допустим, деформирована, скололась, а вы ходите с ней, от нее там все забивается, десна разрушается, плюс функциональные дела начинаются, подстираемость. С возрастом. Вот это вредное. А на самом деле, что может быть вредно? Если у вас только аллергия на какой-то металл. Ну да. Это крайне редко бывает. В Италии в каком бы городе жил? В Италии?
Не знаю даже. Ну, наверное, ближе, наверное, но не южная, не Бари, это точно. Ну, на севере, наверное, да, все-таки. Вот Милан, наверное, ближе, где-то там, наверное. Ближе, да, вот это, восточное Средиземноморье, Венеция, вот та Венеция, сторона. Венеция, да. Ну, хотя Генуя тоже красивая. Сколько стоит поставить пломбу в Москве в долларах? В долларах? Ну, скажи, в рублях, я переведу в долларах. От 5000 рублей. От 5000 рублей. Ну, грубо говоря, 100 баксов. Да. Зуб, да? Пломба. Пломба. Я бы у вашей жены полечил бы зубы. Хороший у меня очередь на июль месяц. Записывайтесь заранее. Mm-hmm. Июль уже забит. Да. Мы в Фейсбуке, друзья, я не зря спросил про Ивано-Франковск. А жена и мои дети ваши фанаты. Когда с женой спланируете, напишите... Нам приглашаем к нам. Можно будет снять интересное видео о домашнем зоопарке. О, прикольно, Тарас пишет. Спасибо большое. Ну, хочется поехать, конечно, хочется. Ну, вот, а к самолетам, а как самолетом туда лететь? Я бы на поезде. Через Минск, через Минск. Да. То есть Москва, Минск, Минск, Ивано-Франковск? Быстро, в принципе. Или да. Киев. Это что, 4 пересадки? Надо смотреть по интернету, какие там варианты есть. А жена кем работает? Жена у меня работает волшебницей. Импланты какой фирмы ставится, она не важна. Нет, ну импланты разные мы ставим, в зависимости по показаниям. Штраумен у нас не ставят, Нобель, Мисс, Горизонт, есть израильские, есть корейские, да какие угодно. Ну, да, все. Всего, да. Кто на что это? Есть акции в клинике, да. Акция там с коронкой вот сейчас идет, где-то около 60 000 рублях. Акция – это имплант, формирователь десны, абатман и металлокерамическая коронка. Ну, на цирконе, вот сейчас даже у нас была акция, что даже на цирконе дешевле, чем обычная коронка. Выгодное предложение. Это вот кто печется об аллергии, кто там переживает, что может быть проблема с маргинальной десной. На Волынь приезжайте. Да, да, я жила во Владимире Волынском, в школу там ходила. Так. А сестра у меня училась в Луцке. В музыкальном училище. Серега прикольный был, когда без зуба бегал, ролики снимал, да. Сейчас смотрите, какие зубки, а? Ровненькие. У меня зарплата меньше, чем ваша пломба. Совсем с ума сошли, Дим Электрик. Ну, Дим. Поэтому я тебе говорю, в России надо жить и работать, и зарабатывать. Вот. А не где ты там сейчас находишься, в Литве или в Латвии, да? Ну там, конечно, совсем тяжеловато, это правда. Не, но все равно пломба 10-20 долларов. Мне кажется, тоже в Литве и в Латвии такие же цены, если не дороже, наверное. Но на Украине то же самое, 10-20 долларов будет стоить пломба. Голливудская улыбка, да. Они никогда дешевыми не были. Вот пишет, дешевый рейс Минск-Львов. А, ну да, а с Львова там можно на электричке доехать. А, да. В принципе, да, до Львова можно. Да, да, можно. Ну вот, пожалуйста, Москва-Минск, Минск-Львов, все, и ты там. Да и самолетом можно. Нужно не работать, а зарабатывать. Правильно, золотые слова. Фу, так, ну что, время-то 11:30 уже. Нет, а еще, знаете, как говорят, а вот они там в России или кто-то за границей там зарабатывает, да, там евро. А, легко же считать чужие деньги. И вот начинают там. А с другой стороны, я говорю, ребята, вы смотрите на пропорцию. Сколько ты заработал и сколько ты потратил? Сколько стоят продукты? Сколько стоит аренда жилья? Сколько стоят услуги медицинские? И в итоге практически в каждой стране, наверное, все будут в минусе. И экономия идет за счет чего? За счет того, что покупаешь себе дешевле путевки на отдых, покупаешь себе дешевые вещи, а жизнь-то проходит. Ну, для кого-то это не важно, да, кто-то там на внуков, на детей, как бабушки все, всю жизнь, дети, внуки, и так и вся жизнь проходит. Да, мы им спасибо за это благодарны. Но если человек купил себе там раз в году женщина полушубок или мужчина штаны хорошие, пишет, почему говорит, что он эгоист? Он, Тарас пишет, со Львова мы можем вас встретить, там наши родственники живут. Понял, Тарас. А Львов какой город красивый. Да, ну мы были как-то во Львове разок-то, были мы, да, там? А сестра ездила на оперный театр. Здорово, Серега, привет из Питера. Здорово, здорово, дорогой, 100 лет 100 зим. Как дела? Как дела, че нового? Мы в Барселоне, в Испании сейчас. Завтра в круиз уходим. Привет из Павлодара. Ничего себе. Вот это да.
Так, донат прилетел. 50 рублей. Да, 50 рублей от Романа Манского. И пишет: привет, Серега. Привет, Роман Манский. Привет, спасибо за 50 рублей. Спасибо, ребятушки, за ваши донатики. Отлично, снимаю также девушек. Хожу. Понял, понял, молодец. Девушек много, и я один. Да. Тут, согласись, тоже у тебя канал какой интересный. Приносит удовольствие, правильно? Так что, ребят, все в ваших силах. Каждый ищет то, что ему по душе. Он кайфовщик тоже. Он, видишь, смотри, нашел себе занятие интересное. И кайфует. Привет из Тенерифе. Плая де Плас. Привет, привет, Ваня, привет. Да, кайф, конечно, конечно. И невозможно заставить этим заниматься. То есть ты должен сам понять, что тебе это нравится, тебе это по кайфу. Это тоже так же у меня по каналу, понимаешь? Если бы я бы не хотел бы это снимать, я бы и не снимал. Я бы, ну, как вы думаете, можно человека заставить 8 лет что-то делать из-под палки? Нет, конечно. Это только в удовольствие. Да, кайф, конечно. Это как рыбалка, конечно, конечно. Да. Желания переименовать канал не было, никогда не было. Я вообще, вот вы уже знаете, да, я старомоден, то есть я не меняю аватарку на канале, я не меняю название на канале. Я так решил, как поезд назовешь, так он и поедет. Вот и все. Добро и позитив. Вот и все. Вот вы сейчас кому-то любому скажите по Ютубу добро и позитив. Конечно, Сергей Симонов, конечно, Дон Симон. Вот и все. Кстати, смотрю сейчас очень часто на канале «Пятница», моими фразами начинают бросаться, там, да-да, не удивляйтесь, добро пошло, вот несколько раз уже смотрел, замечал. Согласен с тобой. Полностью, Сергей пишет, да. Привет, дружище, Антон, привет. Ты молодец, молодец, огурец. Так. Твои фразы это уже мемы. Да, это точно. Нет, все. Ну что, надо собираться будем, да? Потихонечку. Сейчас двинем, наверное, в центр. Чего? Или ты что, хочешь посмотреть еще что-то, да? Нет, надо мне адрес посмотреть этого. Когда ехать. Куда, куда, куда? Окей. Ну посмотрели. Ну сейчас я еще помыться. Да. Серега, какой марки оливковое масло покупаете в России? Подскажи, пожалуйста, а то купить надо мне сейчас. Слушай, мы в основном берем вот эти вот сейчас греческие магазины, или как они там, лучше, да? Лучше греческое. Греческое масло лучше брать. Потому что мне тоже мясное, мясное, допустим, не бери, потому что оно там не сильно прочищенное, там такой горький вкус, вот как оливковое. Терпкое такое. Да, оно невкусное по запаху, нет. Мне нравится масло оливковое зеленого цвета. Экстра верджин надо брать. Ждем обзор покупок. Хорошо, будет. Экстра верджин однозначно. Посоветую фильм. Да я что-то, ребят, вообще последнее время забыл уже, когда в кино ходил. Был как-то период у меня, я это, ходил в кино, сейчас нет. Серега. А вы готовы к подарочкам из Америки? Сувенирные томагавки. Сувенирные. Мы готовы к любым подаркам и к любым сюрпризам. Поэтому нас-то там ничем не удивить. Да, спасибо, пожалуйста. Серега, завтра стрим будет. Не, завтра мы уже на пароход и отходим к итальянским берегам. Представляете? Дон Симон. Да, привет, привет. Такс. Да, ролик вышел уже у нас. Первый из Испании вышел, потом еще один будет испанский, и потом уже круизики пойдут. Вот ссылочка на ролик, он вчера вечером уже вышел, можете зайти посмотреть. Завтра стрим, да нет, завтра не будет. А это что такое? Ой, да, вчера были какой-то парфюмерный, заходили, да. Монталь проверяли. О, новые духи. О, как вкусно пахнет. Ну-ка, это какой монталь? Я не помню. Этот не очень как-то.
тоже не очень. Вот это ты первый, вот, который был. Ну, это старый монтаж, вот этот квит. Черный блэк. Ролик зачетный. А это интенсив лайк. Черный блэк. Тарас пишет, спасибо. Удачи вам во всем, смотрим вас. Спасибочки. Спасибо, ребята, спасибо. Сейчас будем тоже собираться потихонечку. Поедем сейчас в центр. Погуляем, пройдемся по магазинчикам, в кафешке, в ресторанчике. Ну, как-то так, наверное. Поставлю лайк, порадуй старика Сергей Симонов, да, чё? Ну да. Да, что-то у нас лайков сегодня, ребята, столько много лайков. А. Штелла такая, да. Неадекват в чате, да. Весна же тоже, ребята, у многих тоже есть обострения определенные. К этому надо относиться, ну, как бы с уважением, просто у людей там голова болит, а мы их еще гнобить начинаем. Поэтому лучше не обращать внимания на это. Сергей, смысл пилить видосы, если в основном вызываешь у людей негатив? Я не знаю, это у тебя, наверное, просто какой-то негатив. Я так не думаю. Я так не считаю. Ну, не смотрите. Нет, а тут, понимаешь, это, мне кажется, дело-то не во мне там. Это просто у людей вообще в целом негатив по жизни. Дело не во мне. Это людям нужно искать в себе какую-то, ну, причину. А вы люди говорят, что зависть, негатив и в том числе злость и страхи вызывают болезни тяжелые, вплоть до онкологии. Серег, у тебя был малиновый пиджак? Был и есть. В настоящее время и красный есть, и малиновый. Сережа, а красный он не в Черногории разве? Чего же мы с тобой его не взяли? А зачем? Ну да, костюм будет. А он же синим. С брюками, да? А он же синим. Ну ты чего? Был как пожарная охрана. У меня настроение появляется, когда смотрю ваши видосы. Вот, видишь? Проблема восприятия, конечно. Серег, ты что, Серег, поменялся? Последнее время, год назад, на канал не заходил. Все безумие из тебя вышло. Да, все проходит, прошло и это. Надо устроить конкурс. Парень для Толяна. Ну да, девушку вроде искали уже, что-то не получилось. Может, парня найти. Ну. Такс. Правильно в аюрведе говорят, там много мудрости, да. Вообще лучше не напрягаться, конечно, по жизни, но в том плане, что нервничать, вот это вот, знаете, за что-то переживать сильно, нет смысла вообще. Стараться воспринимать все как есть. На тату какие планы? Ну, есть планы. Но я же вот недавно сделал две работы, вот одна у меня здесь, и здесь вот еще одну татуировку тоже сделал. Чекуречка такой. А ты, говорит, гей, Александр Владимирович, а что, не похож разве, да? Как, когда последний раз был в Беларуси? Подожди, я же обратно с Киева летел после Нового года, я в Минске был проездом. Как относишься к пьющим людям? Ну, ничего хорошего. Ничего хорошего, конечно. Серега, давай свою коронную двоечку. У меня коронный бэкфист, а не двоечка. Давай, потом я. Сейчас мыться пойду. Мыться, собираться, одеваться и выдвигаться. Трезвость, выбор сильных, да? Похож, да. Точно. На сколько процентов сосуд кармы почистил?
Не знаю, как тебе ответить на этот вопрос. И кто меряет эти проценты? Как долго моешься? Я обычно душ принимаю быстро, 5 минут. Серега, замути какой-нибудь проект новый на Ютубе. Да, честно говоря, не знаю, какой проект. Эти проекты уже все сняты, пересняты по 1000 раз. Смысла особо нету там, знаете, чем-то удивлять кого-то. Серега, борода расти стала? Да, немножко повеселее стало, да. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Пойдешь сегодня на матч, Дон? Не, на матч не пойду. Дневник Хача нет, не смотрю. Блин, 2 часа уже с вами, ребятки, стримим, да? Как относишься к РСП? А что это такое РСП? Я даже не знаю, что это такое. В мае. Что за браслет, Руслан спрашивает? А это вот как раз крестик резной, вот они мне прислали. Очень хороший браслет такой, достаточно. Ну, видите, вот он мне под этот, под крест, вот они мне крест в том году прислали. Сейчас вот браслет такой прислали. Ну вот, еще там эту иконочку одну прислали классную. Доволен, да. Разведенка с прицепом РСП. Я не совсем это понимаю, что значит разведенка с прицепом. Ты имеешь в виду женщина с ребенком? Фитнес-браслет, наверное. Чем ты зарабатываешь на жизнь? Что можно позволить себе летать так часто в Европу? Да, братан, ну, вот можно, видишь, можно зарабатывать, можно и нужно. Привет, Месси от меня передает, да, хорошо. Хорошо. Нынче псевдоправославные модные цацки таскают похрен на веру. Сергей, у тебя есть ИП или ООО? ООО, ОАО, НПО. Сергей, ты ездил в Москве по МЦК? Мне очень нравится. Ездил, да, Кэшбэри. Привет, Серега, как дела? Крутой молодец, теперь ты директор Кэшбэри. Да, изумрудный. Представляете, я изумрудный директор. В Барселоне тепло, нормально, да. За кольцо. Я его редко одеваю, но мне оно нравится. Колечко. Занкан такая фирма есть. Погугли, посмотри. Фирма Занкан. Какие минусы жизни в Барселоне? Ну, вообще, много здесь иммигрантов. Вот, много, так сказать, вообще все тоже намешано. Ну, как типа цыган очень много, вот знаете, бедных очень много, молодежи очень много, бедной такой, знаете, вот вчера шли, я тоже снимал там, прям спят на улицах, прям на матрасах спят, ну, не знаю, ужасно, конечно, ужасно. И ведь Лицку не встречал там в Испании, не видел. Серега, завязывал бы ты с наркотиками, Александр пишет. Что ты имеешь в виду? Какие минусы в России? В Барсе преступности, вроде говорят, береги свой кошелек, Серега. Да, конечно, надо аккуратно, везде смотреть надо за всем. Стоит ли переезжать в Барселону? Я бы не смог здесь. Немножко не моя тема. Здорово, что считаешь
А, блин, все, не успеваю я читать. Сергей, вы изначально женились с черными кольцами, а потом переделывали. Не, у нас другие вообще были кольца. В какой стране ты разочаровался или в каком городе? Не то, что разочаровался, но, скажем так, Египет не моя тема и Турция не моя тема. Серег, как выбраться из говна, когда все плохо? Кстати, хороший вопрос. Ну, она вся жизнь у нас как бы, да, то есть полоса белая, полоса черная, как тельняшка. Просто ждать свой момент, когда это закончится. У каждого это бывает, ты не исключение. Симон ждет не по-детски, да. В Болгарии не был. Правда, что в Италии все опрятные и ухоженные? Ну, мне так показалось, да. Сейчас вы принимаете участие в ассамблее Совета... Ждать, когда закончится что? Плохая полоса и начнется хорошая. Серега, скажи этим бомжам про Кэшбери, чтобы знали, где заработать. Да я уже давно говорил, ребята, в Кэшбери. В Кэшбери действительно можно заработать, это правда. Миноксидил есть, чтобы нормально брать. Есть. Ты в Сирии поедешь воевать. Ну, меня туда никто не звал. Норвегия, Финляндия, круть, да? Ну, в Норвегии я не был, в Финляндии, да, тоже очень чистая, очень аккуратная страна. Что за черное кольцо? Ну, это такое кольцо, черное. Так, ну чё, ребята, блин, буду заканчивать, наверное, эту трансляцию, чё, 2 с лишним часа уже сидим, да? Почему про кольцо нет? А что про него ответить? Ну, кольцо, что? Добрый день, добрый, расскажи, какие БАДы принимаешь? БАДы не принимаю никакие. А Кэшбри есть в Египте, Турции, в Израиле? Наверное, есть. Так. Это обручальные кольца? Нет, это не обручальные кольца. Тю-тю-тю, про ПВО, а что я там могу сказать? Время покажет, посмотрим, что дальше будет. Спасибо тебе и вам, ребятки, спасибо. Спасибо за ваше внимание, за ваши донаты. Провели мы сегодня все-таки трансляцию. Видите, думал, интернет будет слабый. Нет, вроде повезло. Нет, не заканчивай трансляцию. Спасибо, бро, приятно было послушать. Да, ребят, и вам огромное спасибо. В общем, завтра отправляемся в круиз. Если получится, уже в следующие выходные, если будет все нормально, проведем стрим. Если все будет хорошо. Вот, а так вот еще ссылочку оставлю на крайний ролик. Вот он уже вышел. И будет еще один ролик из Барселоны. Потом пойдет круиз. Так что, ребятки, всем вам хорошего настроения. И отличных выходных. Все, ребятки, чао, пока. Скоро увидимся. Удачного вам дня. Да, и вам тоже. Все. С любовью из Барселоны. Пока.